Ну, вот закончила я обвязку полустолбиками, и во вторую петлю подъема соединяем. Вывязываем 3 воздушные петли, которые нам заменят столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Сюда же вывязываем столбик с накидом 1 и столбик с накидом 2. Теперь 2 петли пропускаем, под третью вяжем столбик без накида. 1 воздушная петля. Одну петлю пропускаем, под следующую вяжем столбик без накида. 2 петли пропускаем, под третью вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. Две петли пропустили, под третью столбик без накида, 1 воздушная, 1 петлю пропускаем, под следующую столбик без накида, 2 воздушные пропускаем, под третью столбик с накидом 1, 2, 3, 4, 5. И опять. Вот здесь смотрите. Вот сюда мы столбики вязали, а вот эту петлю уже считаем. 1, 2 пропустили. Под третью столбик без накида, 1 воздушная, 1 петлю пропускаем, столбик без накида, 2 петли пропустили, под третью 1, 2, 3. 4, 5. Значит, вот сюда мы связали, а 2 петли пропускаем. Вот под третью столбик без накида, воздушная, пропустили столбик без накида. 2 пропустили, под третью вяжем столбики с накидом в количестве 5 штук. 2, 3, 4, 5. Все, и так дальше вяжите по кругу. Заканчиваю я ряд, вот провязала 5 столбиков с одним накидом, 2 петли пропускаю, столбик без накида, 1 воздушная, столбик пропускаю, сюда столбик без накида. И вот здесь мы начинали, вот в эту петлю вывязываем 1. И второй. И с петлями подъема соединяем. Теперь вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Которые нам заменят столбик с одним накидом. Вот столбик с накидом. В него вяжем столбик с накидом.
Следующий столбик тоже вяжем столбик с накидом. Дальше, вот здесь у нас столбик без накида. В него вяжем и здесь была воздушная петля. Вот под нее тоже вяжем столбик с накидом. То есть у нас ряд начался 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбиков с одним накидом. Дальше вяжем 3 воздушки. 1, 2, 3. Над центральным столбиком вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3. И вот здесь воздушная петля была. Вот под нее вяжем. 1. Затем в столбик. 2. Теперь сюда 3. Четыре. Пять. Шесть. Вот еще один. Семь. Столбик с накидом будет 8 и под воздушную петлю 9. 3 воздушки. 1, 2, 3. 1, 2. Вот в третий, в центральный столбик. Вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3. Смотрим, где воздушная петля. Вот воздушка. Сюда будем вязать столбик с накидом. 1. Вот столбик без накида у нас. Сюда 2. Три, четыре, в центральный 5, шесть. Последний 7. В столбик без накида 8. И под воздушную петлю 9. 1, 2, 3. Раз, два. Вот сюда в третий столбик, в центральный. Вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3. И вот воздушная петля у нас была. Вот отсюда мы и начинаем вязать. Столбики с накидом в количестве 9 штук. Вот так вяжем по кругу. Заканчиваю я ряд. Вот здесь воздушная петля у нас была. Сюда вывязываем столбик с накидом. Вот столбик без накида, в него вяжем. Вот у нас веерок. Сюда 1,
И вот здесь у нас были петли подъема. Вот так соединяем. Теперь вывязываем одну воздушную. Сюда же вывязываем столбик без накида. И столбик без накида над следующим столбиком. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В арку вывязываем столбик без накида. 1 воздушная. В арку столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. В четвертый столбик вяжем столбик без накида. 1 воздушная. Этот столбик пропускаем над следующим. Прям в столбик вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В арку столбик без накида. 1 воздушная. В следующую арку тоже столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. В четвертый столбик без накида. Воздушная. Столбик пропускаем. Над следующим вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И так вяжем по кругу. Заканчиваю я третий ряд обвязки. Вот 5 воздушных петель провязала. 1, 2, 3. Вот четвертый столбик. В него провязываем столбик без накида. И вот сюда в центр соединяем. Вывязываем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, которые нам заменят столбик с одним накидом. Дальше вот у нас столбик без накида. В него вяжем столбик с накидом, 1, и вот под эту арку еще 3, 1, 2, 3, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Над столбиком, вот здесь у нас воздушная петля была. Вот сюда в воздушную петлю вяжем столбик с накидом. 3 воздушные. 1, 2, 3. Накид. 3 столбика. Вяжем в арку. 1, 2, 3. Здесь у нас столбик без накида. В него вяжем. Это будет 4. Здесь воздушная петля у нас одна была. 5. В столбик с накидом 6. 7. 8. 9. 1, 2, 3. Вот здесь воздушная петля. Сюда столбик с накидом. 1, 2, 3. В арку 1.
два, три. Вот в столбик с накидом 4. Воздушная петля здесь была у нас. Вот она. 5. Столбик без накида 6. 7. 8. 9. 1, 2, 3. И вот здесь воздушная петля сюда. 1, 2, 3. Давайте еще один свяжем. 1, 2, 3. Вот он столбик. Это будет 4. Так, вот здесь воздушная петля 5. Шесть. 7. 8. 9. 1, 2, 3. И так вяжем по кругу. Вот я заканчиваю 4-й ряд. 3 воздушные петли провязала. В арку 1, 2, 3. В столбик без накида 4. Здесь у нас 5. И вот сюда в верхушку соединяем. Вывязываем. Значит, вяжем 5-й ряд. 3 воздушки. 1, 2, 3. Сюда же вяжем столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. В предпоследний столбик вяжем столбик без накида. 1 воздушная петля, и в арку вяжем столбик без накида. Теперь сюда, в этот столбик, вяжем 1, 2, 3, 4, 5. В арку вяжем столбик без накида. 1 воздушная. Следующий столбик. Вяжем столбик без накида. И теперь в центральный 1, 2, 3, 4. Вот он, 5-й центральный столбик. Сюда вяжем 1, 2, 3, 4, 5. В предпоследний столбик
столбик без накида, одна воздушная и в арку столбик без накида. Сюда один, два, три, четыре, пять. В арку столбик без накида. Одна воздушная. И во второй столбик тоже столбик без накида. Один, два, три, четыре, пять. Вот центральный столбик. Один, два, три, четыре, пять. Над предпоследним вяжем столбик без накида. Одна воздушная и в арку столбик без накида. Все, и так вяжете по кругу. Значит, теперь в этот столбик свяжете 5 столбиков с одним накидом. Заканчиваем пятый ряд. Вот я связала 5 столбиков с одним накидом. Столбик без накида в арку. Одна воздушная петля. Во второй столбик вяжем столбик без накида. Здесь у нас 3. Значит, вот сюда же вяжем еще 2 столбика без накида. 1 и 2. И в петли подъема соединяем. Итак, закончили мы с вами 5-й ряд и переходим к 6-му. Вывязываем 1, 2, 3. 3 воздушные петли, которые заменят нам столбик с одним накидом. И 3 воздушные петли арки. 1, 2, 3. Вот здесь у нас столбик без накида. А вот здесь у нас воздушка была. Вот сюда вяжем столбик с накидом 1, в столбик без накида вяжем 2, теперь вот в эти столбики вяжем 3, четвертый, пятый, шестой, и в этот столбик 7. Затем у нас столбик без накида вот здесь есть. 8. И вот здесь воздушная петля. 9. 3 воздушки. 1, 2, 3. 1, 2. Вот над 3-м центральным вяжем столбик с накидом. 1,
два, три. Теперь смотрите, вот здесь столбик без накида, а здесь воздушная петля. Вот сюда в петлю столбик без накида. Затем вот в этот столбик, столбик с накидом, это уже два, три, четыре, пять. Вот столбик с накидом 7. С этой стороны вот столбик с накидом 8. И вот здесь воздушная петля 9. И опять три воздушки. Один, два, три. И над центральным вяжем столбик с накидом. Один, два, три. Вот столбик без накида, а вот тут воздушка. И в столбик без накида. Итак, продолжаем. И вот у нас уже один цветок виден. В принципе, узор мы уже его вязали вот в этом ряду. Просто он немного сдвигается. Все, и так мы вяжем этот очередной ряд по кругу. Довязываем шестой ряд. Вот я провязала 3 воздушные петли. Вот здесь 9 столбиков с накидом. И в третью петлю подъема соединяем. И вяжем седьмой ряд. 1 воздушная. 1 столбик без накида. Столбик без накида под арку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Над четвертым столбиком вяжем столбик без накида. 1 воздушная. Этот пропускаем. Сюда вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В арку столбик без накида. 1 воздушная. И в арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Над четвертым вяжем столбик без накида. 1 воздушная. Столбик пропускаем. Над следующим вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В арку столбик без накида. 1 воздушная. И в следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Все. И так вы вяжете по кругу. И вот у нас в первой части цветок здесь, а во второй части он уже будет сдвинут. Заканчиваем седьмой ряд. Вот 5 воздушных я провязала.
Под арку столбик без накида. Одна воздушная. И в центр соединяем. И вяжем с вами восьмой ряд. Вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это будет столбик с одним накидом. И 3 воздушные петли арки. 1, 2, 3. Вот здесь у нас цветок. Вот он, предыдущий. Вот здесь вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее вот столбик без накида. В него это будет 4. Воздушная петля здесь была 5. Вот столбик без накида. Сюда 6. Семь, восемь, девять. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот здесь у нас была воздушка. Вот сюда столбик без накида. 1, 2, 3. Один, два, три. Столбик без накида. 4. Под воздушную петлю 5. В столбик без накида 6. 7. 8. 9. 1, 2, 3. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Ну, в принципе, вы этот узор уже знаете. Уже мы ряд такой вязали. Все, дальше вяжем по кругу. Вот и у нас получается уже между двумя цветками еще один. Заканчиваем восьмой ряд. Вот 3 воздушные провязала. Здесь 9 столбиков с одним накидом. И в третью петлю подъема соединяем. Все, узор закончен. Дальше вы вяжете с первого ряда. Вот отсюда. Вот с этого ряда, где веера набираются. Но чтобы вот так не заканчивать, оно не симпатично, нужно провязать еще один ряд. Первый ряд. Вот этот первый ряд мы еще провяжем. Иначе получается как незаконченный. Значит, набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вяжем столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. В арку вяжем столбик без накида, 1 воздушную, столбик пропускаем,
Сюда вяжем во второй столбик, столбик с накидом. И теперь в центральный 1, 2, 3, 4, 5, вот в пятый. Вяжем 5 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Предпоследний, над предпоследним столбиком вяжем столбик без накида, одна воздушная, столбик пропускаем, в арку вяжем столбик без накида. И над столбиком вяжем 5 столбиков с накидом 1, 2, 3, 4, 5. И опять столбик без накида в арку, одна воздушная. Столбик пропускаем, над следующим вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4. И вот над пятым 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Над предпоследним столбик без накида, одна воздушная и в арку. Столбик без накида. Вот, в принципе, так и обвязываете. Все-таки, когда веера есть, считай, ну, видно, что уже рисунок закончен. Вот. Значит, этот ряд, девятый, вяжется как первый ряд. И дальше повторяется. Я больше вязать не буду, потому что мне этого достаточно. Значит, вы закончите этот ряд. И дальше я вам покажу, как можно обвязать. Заканчиваю я девятый ряд обвязки. Вот здесь у меня 3 столбика с одним накидом. И сюда мне надо еще провязать 2. 1. 2. И в петли подъема соединить. Все, девятый ряд. То есть этот девятый ряд, еще раз повторюсь, он вяжется точно так же, как первый ряд. Все, это раппорт узора. Ну, вот такая шапочка получается. Теперь нужно обвязать. Можно обвязать рачьим шагом. Столбиками без накида. Кстати, на всякий случай, рачий шаг в схемах обозначается. Столбик без накида рачьим шагом. Вывязываем одну воздушную. И под каждую петлю вывязываем столбик без накида. Ну, вот я вам покажу, как я решила сделать. 1, 2, 3. Столбик с накидом.
И под каждую петлю свяжем по два столбика с накидом. Вот, обвязываем, значит, под каждую петлю 1, 2, 2 столбика с одним накидом. Ну вот, довязываю я обвязку до конца. 2 столбика с одним накидом в одну петлю. И с петлями подъема соединяю. Ну вот, я еще решила одним рядом обвязать, а вам уже решать. 1, 2, 3, 4, 2 накида в ту же петлю, столбик с двумя накидами под следующую петлю, тоже столбик с двумя накидами, 1 и второй. Под следующий тоже 1. И сюда же второй. Мы вот так обвязываем по кругу. Ну вот, вроде и все мы с вами обвязали, связали, но можно еще обвязать рачим шагом. Очень симпатично получается, я вам покажу, но я обвязывать не буду. Значит, делаем воздушную петлю. И в каждую петлю провязываем столбик без накида. И вот такой симпатичный получится край. Вот, можно так еще закончить. Ну, как я уже сказала, я уже не буду больше обвязывать. Это уже на ваше усмотрение. Все, я дальше вязать уже не буду. Осталось только нитку заправить. И вот такая шапочка у нас получается на лето. Можно, допустим, как у капора, связать только впереди такие же поля. Вот здесь только. Можно связать козырек. А можно оставить вот так, без полей. Как вот я связала еще одну шапочку беленькую. Вот рачим шагом обвязала. Очень даже хорошо смотрится. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.